Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Dungeon Rush Reborn. Ну что же, поехали. Это, кстати, игруля от тех же самых разработчиков, которые создали Idle Герои. Так, ну что у нас такая долгая загрузка, елки-палки. Так, добро пожаловать в игру. Вау, даже заставка есть. Ага, какое-то у нас тут столкновение нежити и людей. Интригующий. Так, ну что же. Мне ведомо все. И сокровища владыки преисподней, и ужасы, какие вам не снились. Как мне звать вас, искатель приключений? Вот, ребята, другое дело, а то визитер. Какой я нафиг тебе визитер? И мы... Так, подожди, а куда мне нужно... Введите имя. Так, вот сюда нужно вводить. Так, я так понимаю, ребят, наверное, надо на английском, наверное. Я на английском всякий случай выберу. Так, Рэй. Естественно, этот ник уже занят. Давай тогда попробуем Рэй Плей. Рэй Плей, вот так вот. Да ну нафиг, хорош. Тогда я знаю, какой, ребята, ник не занят. 100%. Винрей. Отлично. Давай выберем облик, в котором вы отправитесь в странствие по подземельям. Так, следопыт, маг тени, мастер дуэли и храмовый воин. Я возьму воина, ребята, храмового. Мне он больше нравится. По крайней мере, на внешность он мужественно выглядит. Один в подземелье не воин. Давай-ка найдем вам помощников. Идите за мной. Круг призыва. Чтобы обрести сокровища владыки преисподней, вы должны найти лучшего помощника из круга призыва. Базовый призыв поглощает свиток базового призыва и дает героев невысокого качества. Бесплатно даже. Ну давай посмотрим, кто нам выпадет. Ага, это кто такой? Лесной какой-то, ранг Б, хреновый ранг. В вашей команде искатели приключений должны быть только сильнейшие. Для этого есть улучшенный призыв. Улучшенный призыв поглощает свиток улучшенного призыва, зато дает героев более высокого качества. Улучшенный призыв. Бесплатно. А вот это уже интересно. Ух ты, это кто такой? Это кто такой? Какой-то скелет, ребята. Ну что же, замечательно. Вы вот-вот отправитесь в глубокие подземелья, где вам предстоит сразиться с тьмой и ужасающими созданиями преисподней. Исследуя подземный мир, вы будете получать различные награды. Готовы? Введите своих воинов во тьму. На вашей стороне бьются два могущественных героя. Давайте начнем бой и одолеем монстров. Так, нечисть действует. Ага, этих я выставляю в бой. Так, герой с более... не успел. Ах ты, вот здесь какая, ребята, система боя. Слушайте, а мне нравится. Мне всегда нравились вот такие вот, знаете, это как в свое время герои меча, да? Ну, не те, которые, как вы знаете, а немножко другие. В общем, там такая же была система боя. В принципе, клон Evolution, да, что-то похоже на них даже. Так, ну что же, пока вроде бы справляемся. Это у нас каменный горгулий, я так понимаю, да? Улучшено, уровень 2. Улучшено что? Не понял, я у меня, наверное, второй уровень, да, получился? Так, получить. Улучшено. Так, бой был непростым. Посмотрите в трофеях, какие осколки героя вы получили, и прозовите его на службу. Так, сюда, да? Ух ты, это кто такой? Варварское лезвие. Плавка, окей. Подтвердить. Слушайте, а что это за... Еще монстры? Пора показать им, на что вы способны. С удовольствием, из ада.
Ячейка 1 и 2 в переднем ряду получает больше всего урона. Туда стоит поставить героев с наилучшей защитой. Ага, вот так вот, да? В бой. Так, посмотрим. Что это за... Вы посмотрите, классно, лезвие, ребята. Он делает контр-удар автоматически. Ты что тут буянишь? Минус. Босс. Ё-клымыны. Отлично. Давайте, ребята, его попробуем забомбашить. Так, ну... Осталось совсем чуть-чуть. Есть. Да ну нафиг есть. Да что такое, сколько? Отлично. Мы его все-таки одолели. Слева демоны, справа бездна. А вы слышали вой? Там преисподняя. Улучшите героев, чтобы сделать их сильнее. Улучшить героев? Так, улучшение. Ага, понял. Понял систему улучшения, ребята. Дальше вам придется нелегко. Хорошее снаряжение поможет отразить атаки демонов. Снарядите героев. Обязательно, без этого никак. У нас появилось хорошее снаряжение, но извлечь из него максимум пользы можно только после улучшения. Давайте попробуем. Для улучшения снаряжения нужно распылить ненужное, а потом использовать полученные материалы. Распыляя снаряжение, игроки получают простые, средние и качественные материалы для улучшения другого снаряжения в соответствии с качеством. Так, что нам дают? Лук. Его можно улучшить. Конец пути. Пропористый. Оружие. Так, ну что же. 1000 голды нужно? Ладно, ребята, сделаем. Улучшение завершено. У меня получается лук плюс 1. Так. Лук плюс 2. Так, получилось. Давайте испробуем. У каждого героя свои свойства и навыки. Всего есть 6 элементов атаки, которые помогут в бою с разными монстрами. Вы можете проверить их в описании навыков. Усильте эти навыки, и ваша команда станет сильнее. Так, это что у меня за навык такой? Контроль льда и снега. Наносит всем врагам урон от льда в размере 70-80% от атаки. А если улучшим, 90% от атаки. Так, верховный глава. Плюс 10% ОЗ, плюс 11% к атаке и 5% к урону от льда. То есть это ледяной чувак, да, у нас варварское лезвие. Почему-то нарисовано вроде бы как листочкой. То есть я думал, что это древесина. Ой, древесина, о чем я говорю? Лесное. А на самом деле это ледяное существо. Ладно, улучшим. А здесь у нас что такое? Сосать кровь. Находясь под атакой, дополнительно наносит физический урон в размере... Вот это вот, не помню, 80 и 90. Видимо, базовый идет 80, а 90 идет от чего-то прибавка. Процентов от атаки. Все, мы это с вами сделали. Мы сделали, что нужно. Так, вам удалось зайти далеко. Так что еще один герой хочет присоединиться к команде. И вместе с вами отправиться на поиски сокровищ. Это кто ж такой-то у нас тут? Ах, да-да-да, 10 осколков же мы получили. Да-да-да, давайте призовем его. Слияние завершилось, чудно, и следующий этап. Виск вдалеке. Так, а мы вот так вот сделаем, ребята, с вами. В бой. Погнали. Что это за чудики такие? Минус. Двигаемся далее. Ох ты, нифига себе, джинны. Просто уничтожили в хлам. Ага, опять такие же. Слушайте, у нас А, А, А и Б ранги. А максимально, видимо, здесь С ранг. Так, герои. Что-то у нас заморгали герои. Что ты хочешь? Сейчас вы столкнетесь со своим самым страшным кошмаром в царстве тьмы. Чтобы выжить в мире смерти, вам потребуются руны. У разных рун различные атрибуты.
Каждого героя можно снарядить 6 рунами с разными атрибутами, каждую из которых можно усиливать идентичной руной. Давайте покажу, как использовать руны в бою. Угу, руны. Это у нас смертоносность. Так, атака и атака. Короче, все идет на атаку. Улучшаем. Подтверждаем. И одеваем. Атака 52. В плюсе стала, естественно, ребят. Так, и с кем же я тут должен? Вампир. Так, погоди-ка, тут надо что-то нам получить. Получаем камни. Таящиеся в подземелье опасности страшнее, чем вы можете себе вообразить. Раз уж у нас появилось место в команде, давайте добавим в нее еще одного участника. Идемте скорее в круг призыва. Так, хорошо. Улучшенный призыв. Призвать. И... кто там? Херберус? По-моему, Херберус, ребята, его звали. Так, а я могу деньги забрать-то? Что-то не могу пока. Так, ребята, вот он, вампир. Смотрите, ранг S. Это, по-моему, наивысший ранг здесь у нас. Ё-моё, нифига тут. Расписали все. Так, ну что, где этот вампир? 3, ребята, раунда у нас здесь будет. Давайте смотреть. Так. Ну, пока вроде все хорошо, все удачно. Мне нравится, что вот это вот лезвие у меня делает контрудар практически на каждый удар, который ему наносится. Смотрите, видите, контр, смотрите. Контр. Классно. Мне нравится он. Контрит только в путь. И добивает еще. Ну, вампир? Нет, ребят, не вампир. Странно. Я думал... а, может быть, это просто корень называется вампир? Слушайте, а у нас здесь есть хиллер, который может хилить команду или нет? Потому что здоровье-то у меня уменьшается. Вау, Макс зажарил тут всех. Слушайте, нет. Победа обычно, я думал, будет вампир. Так, автобой. Иногда будут проводиться события, во время которых вы сможете получить ресурсы для усиления команды. Искатель. Входя в игру каждый день, вы можете получать различные ресурсы, которые помогут в исследованиях. Так, события какие-то. Ежедневный вход. Ага, я понял, ребята. Мы получаем с вами 150 кристаллов, походу. Храбрый искатель, пора продолжать ваш путь. Исследуйте земли, куда даже моя нога не ступала. Вас ждет владение владыки преисподней. Смотрите, прикольно так, да, сделано? Такой голем стоит. Так, смотрите, во, вот они, 30к, которых я... ага, взял, взял. Жетон повышения уровня, вот это хорошо, душа героя. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас здесь. Это чат, рекрут. Так, это пока нам не нужно все. Что у нас тут горит в испытаниях? Оу. Собрать. Смотрите, ребята, мы можем, наверное, с вами демона, наверное, открыть, да? Я ведь не ошибаюсь. Так, я проверю сейчас. Осколки. Фейлима. Фига тут такой чувачок. Кто он такой? Какой-то демон, видимо. Подтверждаем. Так, а как я взять его в команду свою могу? Кто ты такой, Фелима? Кто ты такой? Как узнать, кто он такой, ребята, а? А, он монах. Он у нас монах. Ну, это класс монаха. А раса какая у него? Элементы у него какие-то тут. Так, и какого он ранга? Он ранга А. Угу. Ладушки, давайте посмотрим, что у нас тут задание моргает. Ну, не моргает, а отмечено. Так, собрать. Что это вообще такое мы собрали? Я даже не понял, блин. Не успел, ребята, посмотреть. К сожалению. Вот здесь можно глянуть. Сертификат подбора арены. Короче, это пропуск на арену, ребята, у нас был. Комплект. Ага, это у нас донат. Понял. И пока вроде бы здесь все. Так, сможем повысить кого-то? Да нет, пока никого мы повысить не можем. Лук можем улучшить, да? А кроме лука что-нибудь можно? Или нет? Так, испытание, испытание. Что за испытание? Ага, 20 уровень. Понятно. Гильдия. 30 уровень нужно иметь. А что это такое? Осколок снаряжения. Материал для улучшения снаряжения. Понял. А это у нас для повышения уровня героев.
Тогда сделаем так с вами. Повысим... Ага, тут еще можно одеть. Оденем. И повышаем уровень. Давайте, наверное, до уровня... А какой максимальный здесь? А, 80-й максимум. Слушайте, пока становимся на 10, и я думаю, что нам нужно еще... Где мой маг ранга S? Вот он. Во-первых, оденем его. Это во-первых. И во-вторых, мы его прокачаем. Так, прокачка идет. Сила растет. Так, до какого уровня? До 10 тоже, наверное, сможем, да? Ну, предположим, до 10 уровня. Так, давайте еще вот здесь вот. Фейлиму нашего улучшим. Он у нас монах. Атака, атака, конечно, у него... Вот если сравнить... Смотрите, ребят, сейчас мы до 10 прокачаем и посмотрим. Но не забываем, что у него очень мало чего одето. Так, у этого 221, тут 125 и тут 140. Ага. Руны. О, руна есть. Одеть все снаряжение. Хе-хе. Скоро. Так. Ну что, я думаю, нам надо с вами прогуляться по подземелью. Где оно у нас там? Компания, да? Компания, тут алтарь. А что в алтаре? Если у вас наберется слишком много героев, то вы можете разобрать их на алтаре. Ага, все, понял. При разборе героев можно получить цвет души, соответствующий качеству героя. Цвет души потом можно обменять на нужного героя на камни души. В принципе, все понятно. Так, это у нас что такое? 28 уровень нужен. Так, это, я так понимаю, арена. А это... Это я не знаю, что это такое. 21 уровень нужен. В общем, давайте пошлите, ребят, в компанию. Редкая награда. Погнали. Собрать. Большое насекомое. Подожди, вот это вот надо взять. Фейлиму, как же без него-то нам? Все, у нас фул, фул пачка, ребята. Ну что же, давайте смотреть. Так, неплохо. Очень даже неплохо. Порвали. Минус. Ну что-то вы делаете. Смотрите, ребята, как только мы усилили своего бойца. А, мы можем здесь, во, x2 поставить, смотрите. Все намного быстрее и великолепнее от этого. Босс? Так, погоди-ка, так что за босс у нас такой? Ядрить, прикольно смотрится, ребят. Какой-то червь подземный. О-о-о, жарит-то как. Так, ты не буянь ко мне здесь? Порвали мы его, ребят. Так, а это что такое? Таинственный источник. Эксклюзивный жетон для улучшения круга судьбы. Вот даже как. Ну что же, таинственный магазин. Мы можем здесь что-то забрать, так ведь? Ух ты, это что такое? Колечко. 14 к атаке. Это руна сопротивления земли. И руна огненного урона. Смачно. Лавка автобоя. Лавка автобоя. А, вы точно хотите купить? Да, я хочу купить. Все, ты доволен? Парень. Так, следующий этап. Ух ты. Это далеко, ребята, по-моему, не подземелье. Это какая-то деревня, но почему-то здесь... монстры. Так, загадочные жители. Поехали, посмотрим, что тут за загадочные жители у нас такие. Так. Вау. Крысы-вурдалаки какие-то, да? Наверное, я так понимаю. Видите, не написано, что это за монстры такие. Кто они такие? Так, давайте ускоримся маленечко, да? Так будет и... Ого. Блин, ну вот что мне нравится, какая здесь все-таки анимация. Прикольная, ребят. Так, зомби эти несчастные. Сдохните все. Так, победа. Ну что такое? Что задумалось? Редкая награда, забираем. Забираем, ребята, редкую награду. Так, где? Где награда редкая? Я не вижу ее. Вижу, что должен быть подарочек. Опа, это что такое? Слезы Фланери. Ледяной. Это кольцо, ребята. Это, скорее всего... О, урон ото льда. Ну, вы прекрасно поняли, да? Мой намек.
куда я хочу поставить именно это колечко. Так, где у нас тут герои? Где у нас герой льда? Вот он. Так, одеть все снаряжение. Да, он автоматически надевает ему сам. Это прикольно. И я думаю, что нам надо с вами улучшить еще героев, ребята. Так, одеваем снаряжение и улучшаем. Потому что, извините меня, они первого уровня. Какой от них толк? Абсолютно никакого. Хотя, знаете что? Нам, наверное, тоже нету резона прокачивать всех героев. Возможно, нам кого-то придется вскоре поменять. Но вот я знаю, что ранг S мага нам качать в обязательном порядке нужно. Потому что, ну, все-таки это ранг S. Так, давайте мы попробуем его прокачать до 20 уровня. Получится у нас? Ну-ка. В принципе, очень даже. Давай до 30-ки. У нас денег хватит. Но я смотрю, небольшие траты у нас идут, но это все еще пока терпимо. Так, 30-ка. Все, отлично. И давай-ка мы прокачаем, ну, нашего персонажа тоже, наверное, до 30-ки. Я думаю, что это будет уже хорошо. Как-то вот, ребят, надо вот нажимать побыстрее, и тогда все будет хорошо. А так как бы подклинивает маленько. Не успевает просчитать. Так. Давай-давай, 30-й уровень мне. Есть. Так, скелетик у меня вообще первого уровня. Ну, фиг с ним, ребят, ладно. Потратим до 10, чтобы они хотя бы быстрее наносили урон. Так, а ты-то у меня кто такой? Ты у меня друид. Давай тоже тебя до 10 поднимем. Так, 8, 9 и 10. Так, 10, 30, 10, 11, 30. Пока хватит на этом. А как улучшать эти навыки-то? Ах, вот оно как, ребята. Так, наносит всем врагам в заднем ряду урон от электричества. Мне этого уже достаточно. Так, а это? О, это общее. Давай. Так, у нас сколько там? Хватает, ребята, хватает камней. А вот это что такое? Под атакой добавляет 4,5% к урону от электричества. Под атакой. Денег не хватает, ё-моё. Ух ты как, смотри-ка, денег нету. Повысить. Ах, вот оно даже как. Ребята, узнаете значок, а? Идол-герои. Да-да, именно. Так, подтвердить. Ну, естественно, недостаточно, конечно же. Так, интересно, а этого я смогу повысить? Да ну, какой смогу? Мне нужно... Офигеть, 3 карточки нужно, ребята, вот этого вот зверя и... 6 карточек ранга А. О-хо-хо-хо-хо-хо. Вот так-то вот. Не все так просто будет, оказывается. Ну что же, очистить путь у нас. Да? Да, ребят, поехали. Будем очищать путь. Так. Слушайте, ну неплохо у нас идет уже урон. Мы довольно неплохо справляемся. Как мы круто просто снесли залпом и все. Так, третий. Отлично. Бомбим, бомбим их. Тихонько, не возникай здесь. Минус. Да, сколько бы их здесь не было, мы пока справляемся довольно неплохо. Победа. Еще кулончик получили на 23 атаки. Так, таинственный магазин. Что нам в магазине? За 1000 берем, ребята. Ой, кстати, да, нам же... Секунду, нам же можно это дело же расставлять. Что-то я и забыл. В самом деле-то. Так, секунду. Конечно, снаряжаем. О чем разговор. И, подожди-ка, вот, руны. Оу. Хе-хе, одели, ребят, прикольно. Руна ОЗ. Понятно. Так, у нас еще один камушек остался, ребят, и... Я думаю, что надо его... Так, одеваем все снаряжение. Что-то как-то мало у нас с вами шмоток. Вам не кажется так?
Не можем мы всех одеть, обеспечить одеждой. Так, начальник городка. Ну, выходи сюда, начальник городка. Смотрите, там какие монстры. О, мы уже типа бежим к начальнику, да? По коридорам. В его апартаменты. Хорошо. Ох, сколько тут нежити-то расплодилось. Третий раунд. Где босс? Покажите мне. Оу, нифига. Круто. Ну что ты, ну что ты можешь сделать? Пс, ой. Он ударил меня. Слушайте, а что так медленно у него здоровье от него? Во. Ты еще мне хиляться собирается. Нет, вы видите, что он делает? Он сам себя хиляет. Но это ему не помогло, ребята. Так, редкая награда, таинственный магазин. Так, а мы же все купили. Следующий этап, конечно же, ребята, следующий этап. И тут надо все получить. Так, замечательно. Ворваться в пост. Обожаю врываться в посты. Так, мы уже здесь с вами, ребят, в подземелье. Ой, гномы. Гномы, вы что, родные? Я ж свой, елки-палки. Я ж человек. Видно, я вторгся в их подземелье. Так, а это что у нас такие за варвары, ё-моё? Асгардцы какие-то. Так, три из трех. Ё-моё, ребята. Нифига тут алхимики такие стоят. Не надо так буянить, эй. По 78 наносят урона все-таки, а? Говнюки. Ох ты. Шлем разрывателя ледяной. Да что ж они все мне на лед-то? Я не понимаю, они хотят мне моего вот этого чувачка прокачать, походу, по полной программе. Чтобы он был супер-пупер-убер-класс. Я-то, в принципе, не против, ребята, но... Подозрительно все это. Так, ну что же, наверное, дорогие друзья, мы будем с вами, пожалуй, и закругляться именно вот на этой ноте. Если вам понравилось, ребята, и вы хотите смотреть дальше продолжение, то пишем... Хэштег продолжай и будем дальше играть. Так, смотрите, открыта новая функция «Земля обетованная». Это что такое у нас здесь? Добро пожаловать в землю обетованную. Хотите испытать себя? Вас ждут несметные сокровища. А у меня есть? Есть, ребят, я могу крутануть один раз. Поехали. Подожди. Могу. Нет, не могу ничего, ребята, сделать. Гады, обманули меня, блин. С понтологи сбили. Ё-моё, опять рынок. Рынок? Теперь вам доступен рынок с несметными богатствами. Да? Ну хорош, давай прогружайся уже. Что там, товары прогружаешь, что ли? О, вот оно даже как. Классно, ребята. Ах, тут еще и ё-калымане. Вот это да, вот это персонажики. Вот это персонажики. И сундуки. Все, понял. Так, что мы тут можем забрать с вами? Вы уже открыли землю обетованную, получили следующие обещанные кубы. Собрать. Один куб мне дали, да? А это, ребята, куб нужен нам для чего? Для того, чтобы крутануть рулетку. Так, в испытаниях что-то мы с вами сделали? Собрать, конечно. 10 тысяч того и... Подожди, 10 тысяч того, 10 тысяч того и что-то еще, да? Ага. Еще получили с вами. Так, и где же рулетка? Где рулетка? Черт, я забыл, где рулетка, ребята. Так, это... Алтарь, да? Нет, не в алтаре. Здесь... Нет, не то. Это призыв, это рынок. А где рулетка-то? Эй! Братюли, где рулетка? Земля обетованная. Вот это что ли? Да нет, это рынок. Это что ли? Да... Где, я спрашиваю? Может быть, так, повысить инвентарь гильдии испытания? Галерея. Что-то я совсем, ребята, даже не могу понять, где... Так, ну давай вот это вот вперед. Ах, вот здесь как, да? Подтверждаем. Подтверждаем. Забираем. Так, вытяните два раза в земле
обетованной. Что вытянуть-то я должен? Ага, ну вот, давайте вытягивать. Вот она, рулетка. Она в земле обетованной. Что мы там получаем? 15 тысяч душ. И опять же 15 тысяч душ. На душ-то они, конечно, не скупятся. Собрать. Так, а что это у нас такое за свиток? Для призыва героев высокого качества. Естественно, ребята, я бегу. Куда я бегу? Надо не забыть, что в земле обетованной это у нас рулетка. Круг призыва. Так, улучшенный же призыв, да? Погоди, погоди, да, по-моему он. Ну, дай что-нибудь хорошее, пожалуйста, плиз. Прошу, дай убер-героя. Убер-супер-пупер-героя. Дали какого-то голема ранга Б. Я недоволен, ребята. Слушайте, а где мне взять легендарный призыв, а? Ой, тут, наверное, вообще козырно было бы. Так, ну что же, теперь уже, наверное, точно, ребятушки, все. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы с вами увидимся в следующих новеньких, свеженьких видосиках. Так что всем пока и до скорого.